Вы любите открывать для себя новые интересные блюда? Хочу предложить вам сделать классную мексиканскую закуску, которая наверняка вызовет восторг у всех, кому доведется ее попробовать. Рекомендую. Этот аппетитный паштет станет чудесным дополнением к вашему ежедневному меню. Подавать к столу его можно с тертым сыром, беконом, острым перцем и чипсами из тортильи. Хотите попробовать? Тогда запоминайте этот вариант, как приготовить пасту из черной фасоли и повторите на своей кухне. Черная фасоль, 3 столовые экона, отварная. Луковица, 1 штука. Оливковое масло, 3 столовые ложки. Соль, по вкусу. Количество порций, 8-10. 1. Измельчите лук и выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжарьте до румяности и добавьте фасоль. 2. Разомните на сковороде фасоль до состояния однородной пасты. Добавьте соль по вкусу. Помешивая, уварите немного до загустения. 3. Сформируйте из готовой пасты рулетик или сложенный пополам блинчик. Дополните добавками по вкусу, например, начос. Вот такая красота. Паста из черной фасоли готова.